Приветствую всех на канале Mirby Call of Games, на связи Александр Приколицын, и мы сегодня поиграем в игрушку Oxygen Not Included. Это, в принципе, игрушка от разработчиков Don't Starve, от клеевцев. Ну, игрушка, можно сказать, в стиле стратегии, что-то в этом роде. Короче, наши герои окажутся внутри метеорита, насколько я понял, в котором пониженное содержание кислорода. И наша задача будет там выживать, развивать колонию. Ну, довольно-таки необычный формат игрушки. В принципе, я немножко посмотрел, поиграл в игрушку, чтобы совсем, блин, не тормозить. Ну и игрушка на английском языке. Мои знания английского языка где-то на двоечку с плюсом, поэтому буду периодически, наверное, тупить. Ну и поехали. Новая игрушка, новая игра. Пока идет загрузка мира. Генерация мира. Так, и наша задача выбрать первых поселенцев. Как они там называются, как-то у них какое-то название свое странное. У каждого есть свои определенные характеристики, свои плюсы и свои минусы. Блин, с некоторыми минусами я, конечно, могу понять, что за минусы, а некоторые нифига. Ну, наколепсика, по-моему, засыпает на ходу человек. Есть такая болезнь. Бландер эффектив. Минус 0,5%. Не понимаю. Газофобия. То ли боится он газа, то ли... Так, проблемы, по-моему, с готовкой. Газофобия, фиг его знает. Вот это, в принципе, можно взять. Я все равно не понимаю, что там про бавал. Не знаю, что такое. И плюс, походу, ночью может работать, либо что-то в этом. Что-то ночью она делает. И, в принципе, все по единичке. Это возьмем. Странное имя, правда. Сюки. Дальше. Давайте полистаем, посмотрим, может кто-то еще тут есть. Наша задача какого-нибудь копателя неплохого. Ну и, наверное, кого-нибудь еще. Может быть, кто разбирается в... В принципе, вот товарищ. Газофобия. Газа боится. Да, давайте его, наверное, оставим. А вот тут, наверное, какого-нибудь копателя. Диггер. О, Диггер 5. Тоже какая-то такая же фигня. Что такое, не знаю. Может, вы в комментариях мне подскажете. Может, я сам переведу. Посмотрю потом после записи, что это за фигня. Вот она конструировать умеет. Это понятия не имею, что такое. Что за показатель? Плюс 5 дигнет. Ну, хороший копатель. Хороший копатель, это хорошо. И, в принципе, хорошо, я так понимаю, строить будет. Давайте, может, лиснем вот эту вот мадам. Так. В принципе, этот товарищ у нас будет изучать. Я так понимаю, ну, четверочка более-менее. Так, готовить ИИ-то может. Атлетика. Опять атлетика. И может рисовать, ну, креатив, картин какие-то может рисовать, там, скульптур, короче, украшать. Ну, по-моему, чего-то он боится. Ну-ка. По-моему, он не может драться. Боится котов, наверное. Ну, Кэт, я понимаю, что такое, а вот это... Такое ощущение, что он боится даже котов, наверное. Может, так переводится. И комбат, значит, он не дерется, скорее всего. Если в минус. Плюс атлетика у него хорошая. Еще полистаем. Так, это не умеет изучать. Слоу. Слоупок какой-то. Mm-hmm.
Зачем она мне? Нет, давайте дальше. Так, это хорошо готовит. Это пока не обязательно. Так, медицина. Construction, Athletics. Изучает. Йокер, по-моему. Что-то вроде деревенщин, короче. Изучать, наверное, он не сможет. Так. А, давайте, ладно, так, долго выбирать не буду. Я все равно не понимаю, что там они мне пишут. Название. Ну, пускай какой-нибудь Пит будет. Колония, колония Пит. Наши поселенцы, пускай будут такие. Хотя вот это вот, это газофобия фигня, это тоже. А, вот это понятия не имею, что у него за минус. Поехали. Давайте поехали. Все равно мы долго, наверное, не выживем. Погнали. Так, появились портал. Что-то нам пишут там. Ну, короче, наверное, говорят, копайте. Давайте пока на стоп поставим. Space на паузу. О, отлично. Менюшка немножко у меня увеличена, потому что я нифига не вижу, блин, в стандартных настройках. Хотя я просто экран увеличил до 720p, и в итоге у меня вот эти вот побольше стали. Вроде бы. Короче, мы оказываемся внутри, я так понимаю, какого-то метеорита, что-то в этом роде, либо в какой-то планете. Вокруг нас различные породы, где-то есть кислород, в принципе, мы можем посмотреть, где-то нет. Можем вот так вот щелкнуть, в принципе, нам показывает. Кстати, неплохое место, везде почти кислород тут есть. Дальше, вот это, наверное, вакуум, скорее всего. Можно посмотреть, повар, это температура, походу. Или что-то в этом роде? Нет. По-моему, электричество, что-то в этом роде. Вот температура, свет. Это когда мы будем прокладывать различную фигню, связанную с водой. Короче, все, что связано с жидкостями. Это все, что связано с газами, декор. И тут нам будет показываться очередь. То, что в первую очередь, то, что нет. Так, и различные постройки. То есть тут различные науки. Черт, короче, черт ногу сломит. Наша задача сейчас пробуриться. Собрать часть материалов. И сразу первым делом придумать, где у нас будет склад. И где у нас будет туалет. Воды. Я что-то маловато воды в самом начале. Не очень много воды. А дальше, скорее всего, будет там грязная вода. Куда забуримся? Я вот куда-нибудь. Нет, стой. А вот у нас вода. Кстати, вот здесь вот можно вырыть это все, скорее всего, купер, медь. Вакуум. Да, это вакуум. Вот куда-нибудь сюда, вот в вакуум, наверное, туалет я и зафигачу. Ну что, поехали. Давайте копнем вот это. Так. Правда, вот здесь вот песочек, он может рухнуть. Вот эти камушки пока выделяют кислород. У нас появляются уже различные крафты, лесенки, хранилища и так далее. Так, здесь тоже песок. И каким-то образом желательно все это выкапывать, чтобы у нас... Хотя здесь можно, чтобы перемешивалось. Здесь пока кислород есть. В других местах будут уже различные газы. Нежелательно, чтобы это перемешивалось с нашим кислородом. Так, вот это еще можно вырыть. Так, здесь песок. И куда-то я хотел наверх забуриться. Так, раз, два, три, четыре. По четыре клетки лучше сделать помещение. Вакуум. Вот сюда забуримся. Туалеты делать в том месте, где потом можно будет делать слив и можно будет делать, забирать воду. Слив, по идее, можно, допустим, отсюда воду выкачать и потом сюда ее сливать.
вот так вот немножко прокопать. Наверное, вот куда-то вот сюда вот есть смысл нам копать. Да, давайте вот так вот еще копнем. Поставим лесенки. Куда-то вот сюда вот. Вот это можно вырыть, по идее. Вот эту всю фигню тоже можно будет вырыть. Это все собрать. Потом посадим сами. И, в принципе, на скорости, наверное, на обычной скорости я буду. Потому что, блин, боюсь, пойдет что-нибудь не так. Я куда-нибудь не туда забурюсь. Так, это у нас... непонятно, что это такое. Вот кислорода вроде немножко есть в этом месте. Первым делом нам нужно сделать долбанный туалет. Вообще бы я куда-нибудь сюда его, наверное, отнес бы. Да, давайте, кстати, действительно. И вход. Вход сделать так, чтобы из него не выходил воздух. Как это лучше сделать? Так. Ребята, бурите дальше, не стойте нифига. Давай, выбуривай, выбуривай. Вот это все дело. Это тоже все выбуривай. Повыше куда-нибудь сюда. Так, давайте посмотрим. Так, это раз ячейка. Тут раз, два, три, четыре. Здесь два. Раз, два, три, четыре. Так. Как-то вот так вот. Я бы выбурил. Пускай, кстати, потолок будет высокий на этой территории. Как раз там будут туалет, газы, короче, там всякая вот эта переработка органической фигни. Пускай будет в этом месте. Ну, вход я бы сделал бы вот отсюда. Так, так. А, я здесь уже копаю, стой. Это все обваливается, это песок обваливается, все это фигня. Да, наверное, вот в этом месте. Скилл кто-то апнулся. Так. Вот здесь, наверное, вот так вот делаются уже полы. Таким вот образом сделаем. Чтобы это все не обваливалось нифига. И пускай себе пока копают. Кстати, у нас появилась, наверное, уже, да, первая возможность сделать электричество. Куда-нибудь тут сюда вот, наверное, уберу все это дело. Пока моя задача, чтобы они прокопали и сделать этот долбанный туалет. И сделать, наверное, хранилище. А, что у нас по... Пока никакой токсичности пока никакой нету. Это нормально. Пускай роет вот эту фигню. Тут вот вакуум мы раскопали, я так понимаю. Кислорода меньше стало. Да, пускай копают, все нормально. Вот так вот это все дело проложим. Правда, прокопал напрямую. Вот это вот, наверное, не стоит пока трогать. Я боюсь, как бы эта вся фигня сюда не стала спускаться к нам. Так, а, задыхаются уже. Уже задыхаются. Такие вот ребята, блин, начинают задыхаться потихоньку. Потому что воздуха здесь маловато. Поставим какую-нибудь фигурину для выработки воздуха. Кислорода именно. Возможно, это как-то им поможет. Сливы будут. Туалеты. Есть обычные туалеты, наподобие как вот на дачах, в частных домах. То есть просто туалет, но, правда, выглядит он с унитазом там. А есть туалеты, которые
уже с трубами, с канализацией. То есть нужна подача воды и нужна... Нужно куда-то все это дело будет сливать. Ну все, ребята перестали работать, потому что задыхаются. Я боюсь, они сейчас лягут спать, а туалет у нас еще не готов. Ну, сейчас вот до сюда, до куда-то дороемся, и туалет, в принципе, сделаем, не страшно. Туалет, туалет. Вот в этом разделе у нас вот такой вот пока деревенский туалет. No peeping. Чего? No peeping. Нельзя. Что-то нельзя, короче, с ним делать. Пипи-то можно там делать? А, по барабану, наверное, ставим где-нибудь. Вот здесь вот. Я боюсь, они сейчас спать слягутся. Да, давайте здесь, если что, потом снесем. И по поводу хранилища. Первое хранилище тоже где-нибудь разместим здесь. Дело в том, что в хранилищах, опять же, хранят... Можно назначить все материалы. Вот они спать улеглись, ребята. Пока без кроватей. Пускай пока спят. Наверное, приоритет поставим на... Так, а что ты проснулся? Подожди, тебя вроде никто не разбудил. Храпящих вроде бы нет. Или это чудик, который там какой-то болезнью страдает? А, кислорода мало, уснули, а кислорода здесь мало. Так, ставим вот это вот. Не, вот это вот на девяточку. А это вы потом доделаете. А то проснетесь сейчас, пойдете жрать. По поводу еды. У нас 23 тысячи калорий лежат вот в этом сундучке. Я так понимаю, какие-то брикеты. Какие-то пищевые брикеты. Потом еду мы будем уже сами изготавливать из того, что есть. Ну, пока до десятки, где-то вот так вот, до 8, до 10 тысяч калорий не опустится. Можно насчет еды особо не беспокоиться. На троих вполне хватит. По-моему, по 1000 калорий тратит каждый за сутки. Что-то в этом роде. А, все, день хотел ускорить. В принципе, ускорять не будут, потому что сейчас они, черт, туалет, если не сделают, они обоссутся тут прям где-то. А, создал хранилище. Нам нужно выбрать, что хранить. По идее, можно хранить все, кроме органики. Какая-то органика, может, не стоит ее. Не, давайте вот в этом все. А вот в этом все, кроме органики. Он немножко поближе к выходу будет, поэтому ну его нафиг. По поводу кислорода. Да, мы можем уже что-то изготавливать. Касаемо кислорода, нужно только придумать, где это все мы будем делать. Так, по поводу высоты. Так, 4 блока. Вот так вот, вот так вот мы выкапываем. Так вот это дело мы выкапываем, выравниваем. И здесь уже будем строить. Так, вот они уже пошли хомячить. Так. Вот так вот они, туалет как раз у них принимается. Сидит, смотрит по сторонам. Ну, по крайней мере, первый, кто хотел в туалет, успел. Я не вижу нигде луж. Вроде они не успели обоссаться. Все нормально. И у этого туалета есть стрелочка заполнения. Потом нужно чистить и куда-то все это дело нужно утилизировать. Либо они все это будут засовывать, по-моему, опять же вот в эти хранилища. Это фигово. Эти смирно все жуют. Все пока нормально, все спокойно. По поводу кислорода, ну... Вот тут не хватает немножко. Тут вакуум как раз будет засасывать куда-то там все это... Вонищу, я надеюсь, что куда-нибудь вот сюда вот. Так. Минус только небольшой, что я лестницу сделал напрямую. Двери, есть двери, но есть двери. Есть вот такая дверь, это решеточка. Я так понимаю, данная дверь от каких-то, от какого-то вмешательства, к примеру, иноземных существ.
Это может помочь. А по поводу перехода газов это нифига не помогает. Вот это печально. Воду, по идее, можно вообще всю спустить вот сюда вот. Вот эту вот. По идее, можно сделать и так. Например, вот сюда вот, если прокопаться, то можно сделать так. Так, туалет один есть, хранилище есть. Выкопали воду. Поэтому нужно как-то ее отвести уже отсюда. Как? И куда? По идее, они эту воду должны собрать в ближайшее время. Задыхаются черти. Нужно уже думать что-то по поводу... Вот сюда вот я, наверное, не буду. Ну-ка, кстати, как у нас вот по поводу... Да не, вроде ничего такого токсичного нету. Это что у нас? Минерал. Камень. Ну и, в принципе, не будем даже его пока трогать. До сюда, мне кажется, они уже не достанут. Давай вот это вот хотя бы соберем. Достанут. Что вы там делаете? А, они все это собирают. Кстати, потом соберут. Поехали, ладно, поехали первые какие-то. Так, нам нужно, во-первых, электричество сделать вот эту канитель. Поставим вот сюда. Дальше пару батарей. И, наверное, куда-то вот сюда вот производство зафигачим. Так, тут, скорее всего, может, дверь будет в будущем. Поэтому... А, наверное, вот сюда вот прям поставлю, да и все. Пока. Здесь, по-моему, повышенная температура будет. Ну, тут чуть-чуть кислорода есть. Эти ребята пускай создают. Так, здесь выход. Вот я бы вот так вот сделал бы. Так, берем, выбираем лопату. Копаем вот сюда вот. Вот так вот можно. Вот это дело, скорее всего, обрушится. Поэтому вот так вот сделаем. Так, не хватает проводов. Провода можно, кстати, протянуть под землей. Так, провода. Можно протянуть сразу под землей. Это... Меньше их напрягает. Короче, если можно по воздуху пускать, это, во-первых, длиннее провода, во-вторых, эстетика хуже будет. Можно сделать прямо вот так вот под землей. Соединяем это. Соединяем это. И в блоках, насколько я знаю, они тоже все это дело прокладывают. Вот так вот. Медь у нас немножко есть, поэтому все норм. Эта канитель вырабатывает... Так, давайте сразу посмотрим. Потребляет, по-моему, глина, энергия, вырабатывает воздух и минус 10 к декору. Алги. Алги это, по-моему, что-то вот где-то здесь мы копали. А, водоросли. Водоросли сюда засовывают, и из них они вырабатывают кислород. При этом электричество тратится. Так, а чувак, почему ты не делаешь провода? Давайте сразу тогда сделаем. Хотя кислород пока хватает. Хоть они там и жалуются, что задыхаются. Пока хватает. Пока все это дело более-менее им хватает. Главное не нарваться на какую-нибудь токсичность и прочую фигню. Тут немножко водичка, по идее бы ее спустить куда-нибудь сюда. Вот в это место, чтобы она не терялась. Так, давайте дальше, наверное, будем копать. Прямо вот до сюда. Вот это вот тоже все соберите. Я надеюсь, вы не упадете. Так, а это, по идее, четвертый. Да. Все нормально. Это не рухнет. С этим будет все нормально. Это никуда не упадет.
Так. Давайте немножко ускорим. Не понял, что там за газ такой. Красная фигня пошла. Походу докопали. От чего? Ну красные это... Это мало кислорода. Возможно, все в вакуум сюда затащило, поэтому такая фигня. Опа, чувак у нас упал. Чувак упал, сейчас начнет кричать. Фак. На. Какого черта вы все спать легли? Аларм. Так. Вот это делайте срочно. Сейчас утонет чувак. Фак. Да ладно, в первой серии нет, не хочу, чтобы умирали. Не-не-не, все, вылази, молодец, все, спать идите. Фу. А, вот еще упало, опять же, но они полезли вот сюда вот, поэтому и упали. Фу, вылезли, успел лестницу поставить. Бывает, падает, то есть он полез сюда, обрушился что-то, и он рухнул. Нормально, спасли мы нашего поселенца, он не умер. Так, давайте здесь вот пускай будет. А здесь должен достать. Пускай строит. Сделают здесь провода, сделают здесь. Вроде стресса никакого я не вижу. Сделают фундамент. И, в принципе, у нас первое электричество. Первая машинка для производства кислорода. Пускай небольшая, но уже будет. А вода сливается как раз туда, куда мне нужно. Да? В один водоем она уже сливается. Вот отсюда, в принципе, у нас разлилось вот откуда-то отсюда. И пускай все это дело сюда пока стекает. В принципе, фиг с этим. А, электричества не хватает. Но это нормально. Сейчас доделают. Вот у нас чувак наш полез бегать в колесо. Ну и как белка в колесе бегать будет, тем самым заряжая вот эти аккумуляторы. И пошло производство кислорода. По идее, ну, правда, такое незначительное производство, поэтому... Это на какое-то время нам поможет, кстати, кристаллы. Какие-то кристаллы, возможно, очень прочные. Есть где-то здесь обсидиан. Здесь хлорин. О, кстати, вот они. Вот они, местные мобы. Морб. Причем живет в гидрогене. А тут, скорее всего, какая-то токсичная фигня, которой он дышит. Так, ребята, чем наши занимаются? Опять электричество закончилось. Ну, по-моему, чувак у нас один был с... неплохой атлетикой. Вроде бы он как раз и бегает. Ну понятно, это сидит в туалете. А где еще один? И кстати показывает, куда они бегут и зачем они бегут. Давайте только глянем по поводу, что у нас тут с кислородом. Тут немножко красненько, это не страшно. Тут синенькое. И в принципе... Да, под туалет, конечно, место я офигенное выбрал, как раз где кислород. Хотя, вот сюда вот можно спуститься, здесь, наверное, сделаем как раз спальню. Наверное, в этом месте есть смысл сделать спальню. Здесь у нас какой-то газ. Газ, ну, нормальный, по-моему, газ, судя по тому, что немножко тут синенькое, немножко это как... Я думаю, нормально. Поэтому откуда-то вот отсюда, наверное, будем рыться. Я вообще предполагал как-то вот, вот так вот забуриться. Да, вот так вот, наверное, забуриться в эту сторону. И где-то здесь уже будем делать, наверное, комнаты отдыха, спальни. И пускай они... Вот, нормально он заряжает быстренько. И там они уже будут отдыхать. Ну, пока по показателям все нормально. По поводу жратвы, жратвы полно. И пока наши ребята живут
по-моему, нормально. Ну, в принципе, это первый, можно сказать, взгляд был на данную игрушку. Если игрушка вам понравилась, не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на канал. Кто не подписан, заходите в группу ВКонтакте. Ну и увидимся, наверное, в следующей серии уже. Всем пока-пока!